Напомним, популярное среди барнаульцев место отдыха планировали открыть гораздо раньше. Сначала реализации планов помешал высокий уровень воды в Оби, а затем разрушительный ураган 23 июня. Он повалил деревья, разрушил кафе и биотуалеты. На пляже не было воды и света. Администрации центрального района пришлось принимать экстренные меры для восстановления места отдыха. Восстановили очень быстро, оперативно. Ну, отдыхается классно, я уже как бы раза 4 уже сюда прихожу. Мне здесь нравится. Ну, в общем-то, хорошо, мне понравилось. Вода чистая, пляж тоже. Сейчас здесь уже ничего не напоминает о разрушительной стихии. Есть лежаки, детская зона, а главное – чистый песок и вода. Все разрешения надзорных органов руководством пляжа получены. О безопасности отдыха тоже позаботились. На острове Помазкин работают спасатели, врачи и полицейские. Екатерина Шахова, Павел Лауронин, Зоя Хушвакова. Наши новости.